Ребята, всем привет! Вы смотрите Полиночки Шоу. Сегодня несколько идей для личного дневника. Я знаю, что кто-то из вас ведет личный дневник. И хочу вам рассказать несколько идей. Но перед началом этого видео подпишись на мой канал. Ну а мы начинаем. Поехали! Если вы только начали вести свой дневник, вы можете найти какой-нибудь стих, например. Писал не художник, писал не поэт, писала девчонка. Ваш возраст, там, например, 10 лет, зашедший, надеюсь, ты это поймешь, и тихо уйдешь, или там, ты зачем открыл мой дневник? Ну, это можно в интернете найти. Следующее. Сейчас посмотрим. Во-первых, можно, например, вот тут, можно нарисовать рисунки и вклеивать их. Можно какие-нибудь цитаты, можно факты о вас. Вот, первое, факты о вас. Второе, любимые ваши каналы на YouTube или сам ваш канал. Ну, там, сколько у вас подписчиков, как канал называется. И не просто, что у вас есть канал. Там, например, что еще могу вам посоветовать? Это вы можете наклеить, например, свои фотографии. Это и, ну там, например, до-после. Вот у меня до-после есть. Потом, ну, как ваш день прошел? Это тоже дневник. Вот, например, как прошел там юбилей. Вот, ну, у меня бабушки был юбилей. Я тоже это написала, просто как день прошел, написала. Вы можете вклеивать всякие вырезки, чтобы было красиво. Или рисовать рядом рисунок, или использовать декоративный скотч. У меня здесь рисунок и декоративный скотч. Следующее, что это всякие цитаты. Например, это дневник обо мне. Это дневник о моей жизни. Это дневник о моих чувствах. Это дневник о моих мыслях. То есть всякие такие стишочки всякие классные. Тоже, как прошел день. Вкусняшки и такие рисуночки. Печеньки, коктейльчики, мороженки и нутелла. Ну, потом, потом всякие, например, цирк, хочу в цирк, хочу куда-то. Потом всякие, можно что, ваши мечты, my dreams, например, в банке или просто список. И вы, знаешь, ты можете делать просто радужный листочек, и уже будет ярко и красиво. Вы можете написать про маму и про папу, там, например, стихи про маму, например, там. Мамины руки тепло, мамины очи светло, мамина сказка во сне, мамины гены во мне, мамины мысли со мной, мамины поклон у земли. А папе можете с них, ну, это можно загрузить на две странички, украсить все фломастерами и писать, то есть будет классно. Следующее, это что я могу вам посоветовать, это значение вашего имени. Я уже писала такое, я нарисовала фломастером Полина, и здесь я написала обо мне. Хотите, даже прочитаю. Ну, вам, наверное, будет потом. Пароль от ВК, можно пароль от Инстаграм, можно пароль от YouTube. Как, ну, пароль от YouTube, ну, на ваш канал, вот у меня здесь вот пароль от ВК. Вот здесь вот. Ютуб, как зовут, ну, как мой канал называется, сколько подписчиков, потом любимка, то есть любимое имя здесь я загрузила, и кого я люблю. То есть тоже можно так делать. Следующее, может, это строки из песен, то есть плейлист. Вот здесь я написала, вот, плейлист, 7 песен, и сейчас я вам покажу, это у меня на скотче. Вот, 7 песен. Потом строки из песен, и здесь написано кусочек из розового вина. Здесь так красиво, перестаю дышать, я звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Потом что? Потом здесь я написала, это дискотека века. И можно, и даже чай приклеила. А вы можете приклеивать всякое другое. Ну, я написала всякие цитаты про чай и приклеиваю его. Он, кстати, хорошо клеится, вы не переживайте. И у меня к тому времени оторвалась вот эта штука, но я ее приклеила. И написала «пахнет». Да, пахнет. Еще подскажу вам несколько идей. Это плюсы быть котом. Вы можете написать, например, там бесплатная еда, там в списку как влезет и так далее.
Можете написать расписание ваших уроков, когда, во сколько, если у вас нету дневник и все, ну как бы. Можете написать, например, хочу куда-то там, но это я вам уже говорила. Там. Или ваш детский рисунок, там, когда вам было 3 года, 2 года. У меня есть такие рисунки, я уже туда это вклею. Потом YouTube, ну о YouTube. Это ваши слабости, что без чего вы просто, ну, слабость ваша. Что вы любите вообще и моя злость. Ну, моя злость, это то есть выразить свою злость на листочке и там приклеить. И так далее. Ну вот я вам посоветовала несколько идей. Если вам понравилось, ставь лайк и подпишись на мой канал. Ну я с вами прощаюсь. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.